твою ж мать! Ребята, это лучше, чем переспать с девушкой. И вновь Валерыч, вновь 40 тонн. Простите, ребята, что там предыдущую часть прохождения вот там неправильно я там оформил захват экрана. Так, сейчас проверяем, чтобы на Твиче все работало. Да, все прекрасно работает. Все, возвращаемся в игру. Вот, ну ничего, то есть еще будет много веселья. Тут хватит на играть и играть. Так, кнопка, естественно, гель у нас выпускает. Так, Валера, что ты там стоишь? Жму таб. Смотрим глазами Валерыча. Валера. Валера, ты здесь? Да, да, да. А, стоп, а почему у меня... А, вот, все нормально. Отлично. Жмем. Все заляпаем. Ребят, вот серьезно, будете играть в эту игру, можете заляпать что-то гелем, заляпайте. То есть вы сначала заляпаете, потом думать начинаете, окей? Так, вот там... Так, какой там красный портал, да? Вот там красный. Вот можете вот это заляпать гелем, заляпайте. Лишним никогда не будет. А, но там не заляпывается, он улетит. Ну, все равно, да пофиг. Так, 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 так. Значит, так, эта кнопка что делает у нас? Что она делает? Где? Валер, ты что-нибудь увидишь? Я только звуки какие-то странные слышу. А, вот, вот там куб выбрасывает, да? Да, 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 да. Отлично. Ух, какой ты. Где куб? А, что ты с ним сделал? А что я с ним сделал? Так, еще один куб. А, вот. Ух. Офигеть. Так. Хорошо. Кого? Эту кнопку? Куб. Да, на куб. Куб нажать? Так, а зачем? Кнопку сброса куба. Ну-ка. Ой, стоп. Нажимаю. И что? Зачем ты мой куб растворил? А, ты типа, чтобы он... Чтобы он что? Ну вот я думаю, как его ловить, что ли, опять надо. Типа жонглировать кубами. А он не забирается оттуда. И в углу. Отлично. Так. Можно... Что еще можно заляпать гелем? Так. Подожди, нам же вот это нужно заляпать по-любому. Правильно? Да, я вот думаю. Как вот нужно искать как. Сейчас придумаем, будет огонь. А, может быть, знаешь что? Я думаю, смотри. Ну-ка, это гель пусти. Ого, оно пуляет. Офигеть. Чу! Как-то слишком просто. Еще. Еще надо? Давай. Еще. Давай. Ух, огонь. Огонь. Юху! Тумс. А вот теперь... Кто это был там? Валера. Мы никогда не освободим людей. Так, короче, ты прыгай, а я тебе должен сделать порталы. А куда? Например, а я понял. Например, вот так. А ну прыгай. Побежал. Клиент вернулся. А, давай. Вернулся клиент. Так, что, можно прыгать, да? Прыгай, я сделал. Я создал. Пацаны, я создал. Давай. Вау! Огонь же! Ну огонь! Спасибо! Что она сказала? Думаете, это смешно? Так, подожди. А если... Ну, фиг его знает. Если туда пустить гель, он... А, подожди. Изначально нужен вот этот же...
Я понял. Возьми кубик и с кубиком иди, Валер. Возьми, на. На, держи. Мужик, у тебя есть изолента? На, мужик, изоленту. На. Так, иди. И, короче, я тебя сделаю... короче, ты будешь, смотри. Вот сюда я тебе буду делать входное отверстие, понял? Вот сюда выходное. И ты, ну, отверстие, порталы. Да. Огонь. Вот, и ты будешь подпрыгивать и, короче, с кубиком. А! Такая мелкая, незначительная деталь. Подожди. Что-то я не пойму, а кубик где брать? Получается, кубик тебе надо дать? Вон там, вон, чтобы вылетел, что ли, или что, я не понял. А ты его поймаешь? Но он высоко, он же пролетает высоко над турельками. Или нет, подожди, или не высоко. Сейчас, подожди. Да чё, ну не хочет портал делать со смещением. Ну ладно. Сейчас проверим, как он летит. Смотри. Хоп. Ну, видишь, он высоко. А, не, ну ты подлетал, в принципе, так. Ну, да, попробуй. Попробуй, побеги туда. Давай, я тебе сделаю, вот. Полетаешь вверх-вниз, короче, посмотришь, как там вот. Я тебе. Ну, кубик я тебе сколько угодно раз подам. Давай. Смотри, когда я вылечу, ну, я смогу портал выставить, ты же поставь вот сюда, хорошо? Что поставить? Желтый портал. Вот сюда. Ну, хорошо. И все. И ты будешь прыгать туда-сюда, да? Да, и буду сам портал ставить, в который кубик будет летать. Да, давай. Так, а мне теперь надо, короче... Да, давай, кубиковые порталы ставь. А я тебе буду... Вот. А теперь будем примеряться, как там его и когда кидать, то есть... Так, я его не туда поставил. Кого не туда поставил? А, этот не туда. Давай, старайся, напрягайся. Я не пойму, куда мне ставить портал, чтобы кубик поймать. Ну, под него и ставь. Ну ставь. Вот так. Так. Ух ты. Ух тышка! Лучом крутануло, видал? Так, но ты пролетал в том районе, нет? Нет, вот я в том-то и дело, что далеко это все. Я понял. То есть мимо он вообще, да, посредине выбрасывает. Давай еще раз. Твою ж мать. Ну я даю, но. Не, реально огонь. Как он через луч пролетает. То есть оно между вот этими штуками, да? Да. А это знаешь, что означает, Валер? Это означает, что ты вот туда должен... То есть я тебе портал, ты вот так раз оттуда вылетаешь и на лету перехватываешь. Кубик? Да. Но это огонь. То есть надо сейчас... Нет, не кубик. Ты. То есть ты подлетел, и вот сейчас ты падаешь вниз, я тебе портал туда переключаю, и ты вылетаешь оттуда, и кубик ловишь поперек, понял? А, так нет, бесполезно. Если ты его так поймаешь, ты ж прилетишь в поле антиэкспроприации. А ну вот, видишь, да. Да. Черт. Ха-ха. Так подожди. Вот ты прыгаешь. Валер! Остановись на этой платформе, давай подумаем. Ты же можешь оттуда уйти. Я могу сделать так, что ты уйдешь оттуда. Так я и так думаю, мне не мешает летать. Нет, мешает. Так, постой там, ты меня бесишь. А еще он меня бесит, да. Значит, смотри, что у нас. Так, ты туда можешь ставить портал? Ну, поставь портал сюда. Что ты делаешь? Можно я так чуть-чуть? О, блин.
Я к тому, что кубик, ну, его можно тебе... Подожди. Давай мне кубик сюда скинь. Попробую я его здесь на платформе оставить. Да. Класс. Тут я его поставлю. Да-да-да, с краешка, с уголочка. Парни, это Валера. Валера! Ай, ты его столкнул! Он утонул в воде. Как я его столкнул? Плечом как? Показать каким? У меня все записано, Валер. Все ходы записаны. Ой. А где он вылетел-то? Где твой порт? А, боже, он возле меня уже. И что ты хочешь делать теперь? А что там? Ну, на краешку поставь. А, на краешку. Давай, давай, давай. Ну ты реально, вот ты его столкнул. Так, ну и теперь... Огонь. Огонь. Вот, теперь нормально все. Так, а теперь, получается, ты должен... Что давать? Также я попробую его там схватить, когда вылетать буду из портала. Хорошо. Так, ты влетаешь в красный портал и вылетаешь из желтого, я тебе делаю красный. Так, ну давай, пробуй, лови его. Есть! Парни, с вами был Валера. Опа! Прикинь! Ты только слегка-слегка провел лазером. И они сразу навернулись. Огонь! Ха-ха-ха! Парни, это такой веселый уровень. Так. Все огонь, Валера. Все огонь. Так, ну и что? Теперь прыгай давай в желтый, я тебя делаю красный. Побежал. Где ты есть? А, вот. Юху! Ну ты черепашка-ниндзя, Валер. Творишь дела такие вообще. Так. Давай, делай. Сделал? Нет, делай. Уху! Есть же. Мы всего в двух испытательных камерах от людей. Вы так же взволнованы, как и я. А-а-а! Да уж. Не, попадание под пресс бесценно. Для всего остального есть мастер-карт. Есть вещи, которые... Всего одно испытание. Которые... Я знаю, что ваши модули собраны из калькуляторов, предназначенных для простых математических операций, а не для испытаний. Но если мы сможем спасти людей, я обещаю вам что-нибудь добавить, а может даже вычесть. Так. Кнопка. Оттуда выпадает хрень, да? Нет. А, ловец. Ага. И на какое время? Не понял, подожди. А, две кнопки. То есть надо там стоять и поймать, да? Надо вот оттуда вылететь. Откуда? А, ну оттуда, да, понятно. Такое мы уже проходили. Ну вот опять. Опять разгоняться, да? Я понял. Да. Ха-ха-ха. Давай. Не понял. Не то. Давай. Я сверху поставлю. А, сверху. Отлично, отлично. Ништяк. Ништяк? Хорошо, но я еще это, как любитель, да? Я сделаю обязательно еще так. Без этого нельзя. А здесь обязательно, потому что надо будет кнопки бежать быстро. А, да? Угу. Понял. Ну, я еще как любитель еще сделаю. Пошире, побольше, погуще. Так. А там что? Да. Еще полить что-нибудь еще гелем? Давайте все заляпаем гелем. Ну так, просто. Так, хорошо. Каков теперь план? Ну вот, я так понимаю, ты должен меня
разогнать. Пустить, разогнать, портал. Да, то есть портал. Раз портал, два портал. Так, но если я улечу, то ты каким-то магическим образом должен оказаться у этой кнопки и поставить вот это. Да, типа такого. Как-то что-то мне кажется не получится. Ты же будешь очень быстро. Ты вылетишь быстро, а я буду только разгоняться. Ну вот отсюда поэтому ты нажимаешь кнопку, бежишь туда и меня выкидываешь. А, все, тогда понял. Тогда потом понял. Потом обратно сюда бежу и кубик. Хорошо, получается. Так, ты раз, я тебе поставил два портала, да? Да. Ну разгоняйся. В какой бегать тебе? Какой в красный бегать? беги в красный. Окей. Okay. В какой тебе лучше? Так, побежал. Жму. Так. Кнопочку давай. А, еще и кубик. Ну да, да, забыл. А чё ты так был далеко? Еще. Так что же еще? Стрёмно. Так, давай, значит. Ух. Огонь. Готов? Беги, короче. Красный, я понял. Бежишь? Посмотрите на Валеру, ребят. Я не могу, Валера, прекрати, что ты делаешь. Сейчас, парни, сейчас, подождите. Это Валера. Жесть. Фу, сейчас. Я не могу. Прекрати. Класс. Что там? Так, жму. Побежал. Оп, нажал на кнопку, выстрелил порталом, бегу, пускаю кубик. Так, оп, нажал, давай, давай. Оп. Побежал, прыгнул. Все, парни, это был Валера. Огонь! Просто огонь! Да. Так. Нужно беспокоиться из-за людей. Не все люди чудовища. Большинство просто хорошие испытуемые. Отношение хороших испытуемых и чудовищ составляет примерно 1 000 000 к 1. Не, это все, это. Это был огонь, просто уровень. Просто огонь. Сейчас глянем, что там на Твиче. Пишут, смеется, как ребенок. Да, конечно, да, без проблем, как ребенок. Это же самый лучший смех, когда ты смеешься именно искренне, как есть. Убежище людей сразу за этим проходом. Я ввела пароль, но двери по-прежнему заперты. Вы должны вручную активировать замки убежища. Как? А! Чё это было? Так, я спрятался. Спецназ, я тоже присяду. Так. Сектор клир. Сделай еще так, Валер, из-за угла. Давай, давай. Давай, пошел. Сектор клир. Огонь. Так. Спецназ. Огонь. Так. Тут портал не делается. А где он делается? Так, а как мне туда попасть? Через эту не получится. Там есть портал. Тут ага. Есть портал. Понял. Нет, не понял. Что там вкусного? Что там? А, ускоряющий, да? И чё, жать на кнопку, нет? Ну, нажми. Ну, посмотрим, да? Нет, это он неправильно. Это ты туда попал. Что-что?
Туда должен ты свой портал поставить. А дальше? Дальше вот сюда вот. А дальше сюда, я понял. Вот это игра, парни. Вот это игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Валера, я ловлю тебя. Нет, не то хотел сделать. Чё я хотел? А где там? Нет, это приветствие, это... А, вот. Отлично. Так. Тынц. А, тут портал делается. А, что за хрень? Не понял. Эй! Да. Тут не просто завал, а провал какой-то. Найдите дверь убежища. Такая простая вообще, как угол дома. А, так, хорошо. Что там дальше? А еще куда? Пол, пол. Что? Пол. Пол? Не работает. Да не, он не такой. Он же не лунный камень, вот. Но оттуда что, а как? Не понял. Это как типа бы упасть надо куда-то. Да, там дальше. Это вот, я там два портала могу сделать, туда как-то надо упасть, слышишь тебя? В тот дальний упасть, а из этого. Можешь, да? Сейчас посмотрю. Посмотри. Да, могу. Давай, иди. Полетел. Так ты тоже иди. Так что иди, я тебе два портала сделал, там поле антиэкспроприации или нету там поля? Нету там поля. Нету поля? Понял. Нету, через мои порталы просто. Да, проходи. Я понял. А тут чё как? А, вот, понял. Уху! Круто. Промахнулся. Да. Так. Заходи. Угу. Заходи, ну и... гостем будешь. Да, я понял. Ну и красный. А красный куда? Я не вижу отсюда. А, ты мне сделал, да, уже? Нет? Да. Да, да. Во. Тунц. Хедшот. Валер, по тебе практически в любое место хедшот. Дверь хранилища, да? Так, нам... Куда надо? Нам сюда надо выход, да, или нет? Чё тут вообще делать-то? Тут чисто экскурсионный мостик, да, такой, посмотреть. Ну тут что-то должно приехать, что ли, не знаю. Так, ага, тут я не перепрыгну. А, здесь вон наверху вентиль оранжевого геля. Наверное, он должен как-то открытый. Да тут быть. И синий гель, вон, видишь, наверху. Вон, смотри. Не пойму. Видишь? Что? Там щитчики. Не вижу. Что там я должен? Ну, на мой. Ну сейчас. Смотри. Ну я смотрю, но я ничего не вижу там. Там два выключателя рычага. А, вот. Вот это вот. Ну один вижу, а второй. Ты куда-то не туда смотришь. Но. А, вот эти вот штуки, понял. Нет, ты сказал вентиль. Ну, я посмотрел на вентиль. А. Так, вентиль, да. Окей. А, но как туда попасть? Что за... Смотрю, что там он. А... Во, здесь кнопочка. Где, где, где кнопочка, Валера? Я тебя даже не вижу, где ты есть? А, вот он ты. Там оранжевый гелий. Так. Что-то тут столько. Жесть, вот эта комнатка. Но это ж мы уже тут подобрались к самому уже, не балуйся. Да. Так а как его из этой комнаты вытащить? Этот оранжевый гель.
Ты знаешь, я нет. Я догадываюсь, что надо сделать. Решил все заляпать, да? Да. А теперь запрыгнуть, да? Да. Так, подожди. Давай. А чё, мне чуток не хватило, слушай. Блин. Портал убрал, я врезался. Не хватает. Чуток не хватает. А, вот. Другой разговор. Черт, я застрял. Где? Да, все. Так. Да. Ух ты, ух ты. Это что за кнопка? Ага. И чё? Такого раньше не было. Ну-ка, ну-ка. Поставь портал вот сюда свой. Поставил. Ну, сейчас. Да, он съехал. Ничего. Ну так, так нечестно, такое не объяснялось, такого раньше не было. Так, но тут еще вот есть. И можно в футбол играть. Да. А он на скорости, он автоматически захватывается, понял? Так, и чё, куда его? Через поле, так, не пронесем. Значит, ага, мне в твой портал. Вот ты где. Я тебя потерял. Чё дальше? Куда нам? Я так понимаю, здесь тоже надо заливать келем. Вполне возможно. Но, ух тышка. А это куда? Да это просто. Думаешь, просто? Тут такое бывает? Ух ты. Офигеть. Офигеть. Вот это жесть. Так, 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 что-то где-то там срабатывает. Погоди. Давай. О, отлично. Отлично? А-а-а! Он катится, Валера! Он катится! Он... А что за... Эй! Попробуем еще один. Блин, а как мне вернуться отсюда? Блин. Как мы сюда... Эй! Воу! Ну ладно. Так. А, ты уже сюда? А я только сюда. Не, просто я думаю, как этот кубик достать. Ну, чтобы достать, только гелем надо полить. Но он тогда по наклонной к плоскости едет. Вот в том-то и дело, да. А как его вымыть потом? Воды-то нигде нет. Получается, только держать его. Ну, подержать я могу, а в это время там кто-то что-то будет... Хорошо, делать. Давай так попробуем. Вообще жесть, парни, ну это реально нечестно, ну такого не было. Так. Тут тиро... Это я где? Это мой портал. А, твою мать. А меня подкинуло, думаю, где я? Так, стоп, а вот. Да. А, ты, ну да, мои порталы. Ну да, да, я понял. Так подожди, тут вот они еще и разные. Вот сейчас что происходит? Вот я смотрю твоими глазами. А, понял, понял, Валера. Теперь следующую, правильно? Да, да.
Так, смотрим. Смотрите за Валериным экраном, парни. Твою ж мать, ну это гениальная игра. Ну это просто, мать ее, гениальная игра. Еще снова экран Валерыча. Так, а теперь? Проблема в том, что нам надо вдвоем эти дернуть. Ну а как же вдвоем? Один проводит другого, это аксиома. Давай обратно меня. А, обратно тебя? Подожди, но ты что-то там сделал, нет? Нет. Нам, короче, смотри, надо вначале кубик отпустить, и пока он будет катиться и лучи заграждать, нам надо пробежать вдвоем просто. Офигеть. Я понял. Ну это вообще, ну это яд. Это яд. Хорошо. Получается, вот кубик, он стоит. То есть его надо толкнуть и бежать. Значит, как надо сделать, чтобы... Чтобы... А, все. То есть я толкаю, и мы бежим. Да. Так, где... У меня в глазах... Куда мне? Вот, сюда, да? То есть я толкаю и сразу бегу. В любой портал заходит. Так, готов, да? Да. Толкнул. Толкнул, побежал. О, как быстро-то. Да. Нажал? Нет? Успел? Нажал. Да, да, да. И чё теперь? Это где-то. О, лилося. О-о-о-о. Так, а синий гель как? Блин, это было сложно, Валер. Ну, а синий гель в другой, получается, половине надо. Так, пойдем. А, теперь вот, открылась дверь здесь, понял? То есть только вот теперь, получается, вот синий гель. И у него тут дырка вот такая. Тут турелик стоят. Нормалёк. Тут я знаю этот прикол, прыгать со стены на стену надо. Так, а, вон. А, подожди. А как? Не получится. А как это сделать? А, ты... Ну, просто проверяю, что здесь можно делать. Подожди. Тут есть еще такая вот штука. О, вот она. То, что? Что надо. Да? Куда его, куда пускать? Сейчас надо подумать. Надо подумать. То есть, ну, тут, видишь, у нас только... Вот, мы стоим. Ух ты, ух ты, ух ты. А там никак? Нет, нельзя. Никак. Да ёпь, я не знаю. Ты прыгнул туда? Просто нет, меня убило турель. Вот туда бы портал... Я влепил туда портал, Валера. Не может этого быть. Я отвечаю, я влепил туда портал. Смотри. А как туда я влепил? Ну и ниндзя. Но этого оказалось мало, прикинь. Знаешь, как влепил, Валера? Вот отсюда. Короче, вот так. Вот так, вот так. Нет, стоя, короче. Вот так. Там точечка такая, понял? Вот так, приблизив. А, вот, даже не точечка, вот так нормально можно. Вот так. Офигеть. Вообще. Ну-ка, оттуда влепить. В смысле, что, не понял? Влепи вон туда, под луч. Красный. Влепил. А. И что? Вот как, куда надо теперь гель переворот. Куда? Ну, над ними, в смысле? В луч. Так, луч идет сверху. Понял. В общем, смотри. Сейчас желтый портал вот сюда вот ставишь. Да. Так. Ставлю. Вот. И мы, короче, я вот так делаю.
А, вот там вот, еще смотри. Такая хрень. Да, понял. И что дальше? А, ничего. Круто. Так, я думал, что в другую сторону пойдем. Ну да, да, было бы неплохо в другую сторону. Ну подожди. Гель мы можем... Подожди. Гель, 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 гель. А, Валера, смотри, я уже придумал, что мы можем туда гель отправить. То есть смотри, если ты сделаешь портал здесь и портал здесь, мы нальем геля в луч и отправим его туда. А вот дальше как быть с ним? О! Опа, это что, кнопка? Да, а, ну, вот, все. Кнопка. Тю! О, я понял. Отлично. Давай, погнали. Давай, сейчас будем думать. О! Ну, разгадали. Твою ж мать. Представляю, сколько кайфа будет вот людям, которые там... Офигеть. Что это? А, они еще и в луче зависли. Вообще. Класс. Ну что, будем пробовать? Давай. Так, а теперь нам надо куда? Туда, я понял. А туда с помощью луча, да? Давай, ты стоишь, я полетел. А нет, не полетел. А как мне надо туда попасть? Передавать лучи надо, значит. Ну, раз не допрыгивается, значит, надо также лучи передавать, понял? То есть, типа, как-то тут по-хитрому надо. Как вот могу сделать? А, огонь. А, теперь, он давай. Туда, портал. Я? Не-не-не. Ну да. Хорошо. Теперь туда. Давай, транспортируй меня полностью. Так. Все. Премного вами благодарен. Так. Тебе, наверное, надо. Так. Надо было тоже портал поставить. Где? Внизу, где я самое начало ставил. Как мне теперь туда залезть? Сейчас придумаем. Сейчас придумаем. Вот туда вот надо портал поставить. О. Ставлю. И вверх? Или как, или куда? В луч там теперь. А, луч? Погоди, тут кнопку-то нажимать некому. Некому нажимать кнопку. Сейчас я гляну вообще, подожди, я смотрюсь, что здесь вообще. А то может там... Так, тут кнопка, что она делает? Она... У тебя ничего не делает? Она там что-то делает? Я чуть ничего не вижу. А, там все, я понял. Так все, возвращаемся назад, Валер. Там уже все огонь сзади дома. Понял? А, это там синий, это. И назад меня выталкивает. Да не надо меня выталкивать на. А, там же Ctrl зажимаешь и. Вот. А ну, зажимаю Ctrl. Сейчас, на портале. На геле. Что там, Валера? Что? Да мы не хотим спасти людей, расслабься ты, упырина. Вот тебе все, видишь, все огонь. А-а-а! Что-то здесь не так. Дверь должна открыться. И чё? И все? На замке не камера ли висит? Ну, как бы камера. Сделайте что-нибудь. Бей ее, Валер. Не стоит. Си,
синий, что ты сделал? Оранжевый, повтори то, что сделал синий. У вас получилось. Вот же гнида. Рукой помаши, чтобы пройти. Парни, тут все серьезно. Ой, не нравится мне это. Ништяк. Да ну блин, ты посмотри, махина. Прикинь, у нее петли сломаны. Ой-ой-ой-ой-ой. Походу, главный зерг должен выйти сейчас. Нифига себе. Отлично. Мне так нравится, как эмоции у них изображают. У роботов. Это типа мы прошли кооператив, да? Нет? Так там же еще, подожди, нет. Ну да, мы пятый левел проходили, да? У вас и вправду получилось. У людей. Люди. Эксперименты с вами того стоили. Только поглядите на всех этих испытуемых. Подумайте о тестах. Матрица. Да. Вы спасли науку. Хватит праздновать. У нас много дел. Нет. Займемся наукой. Вот сволочь. И булькнуло что-то. Вот сволочь. Не, ну что, классно, нормально. Нашли люди, только там такие не люди, а терминаторы какие-то были. Там мужик такой стоял. Суровый. Не понял, куда киданет сейчас? В меню или назад в комнату в эту? В меню. В меню? А! О. Подожди, это что, концовочка? А, типа да. Да. Посмотрим их личные дела. Не умею. Ну тебе дополнительные там уровни пройти. Ага. Не, ну давай уже. Никаких навыков общения. Так, оно сейчас еще надо. Никогда не будет. Никогда не делится. Все время спит. Слушай, огонь у нее анализ. Никогда не приходит вовремя. Невнимательный прогульщик. У нее положительные качества бывают у людей, нет? Болтун. Ты понял, Валер? Кубы. Два кубика. Кубы проанализировала болтун. Не может понедельники. Вот, ну ладно, это все. Это все прикольно, но я предлагаю, короче, на следующий раз уже эти комнаты отбегать особенные. Хорошо. Вот, не как надо. как раз такое начало, то есть концов, ну, в смысле, как раз, короче, так вот все сделали офигенно. Вот. Надеюсь, всем понравилось, ребят. С хорошим настроением, я так посмеялся, опять. Это игра Портал 2, вот, с вами был Валерыч, с вами был 40 тонн. Всем удачи. Стрим останавливаю. Благодарим вас за завершение испытаний. Если вы получили особенное удовольствие от какой-либо из зон тестирования, вы можете пройти ее еще раз.